Каналта Южный обитель приветствует вас. Чаек не забываем. Чаек обыкновенный домашний. Бабулька заваривала. Так, сегодня я хочу вам вместе с вами попробовать киту почистить ножом. Как вот, срезая чешую. Именно чешую, а шкуру оставляя. Я вам показывал это на щуке. А сейчас хочу вот попробовать на вот этой китине. Сегодня я ее купил. И вот потихонечку, вот она потихонечку у нас вот так срезается. Сейчас будем пробовать, что получится. Вот пошла дальше. Вот срезается. Идем дальше. Я не пробовал. Первый раз пробую. Специально, чтобы вместе с вами в этом убедиться. Шкура не срезается. Потому что многие смотрят и не видят, что срезаю только чешую. Это вот бабулькин нож, вот так вот, только чешую срезает. Срезает только чешую. О, когда налапчиваешься, получается все лучше и лучше. Это моя первая китина, которую я решил почистить вот таким способом, ножом. Как когда-то показывал щуку. Вполне получается, вполне хорошо получается. Вот где сильно мерзло, там не так хорошо. А вот здесь, где уже маленько оттаяло, она чистится замечательно. Ну-ка попробуем. Вот этим бабушкиным ножом. Это тоже бабушкин нож. Это вот я специально не своим, а бабушкиными ножами. Ну вот маленько в шкуру заехал. Ну-ка попробуем своим ножом. С электрорубанка, который сильно острый. Вот самое хорошо срезает вот этот нож. Надо на улице и так же, как я в прошлый раз, чтобы было во что упереть. Вот попробуем так. Первый раз, поэтому первый блин пока не комом. Дальше потихоньку. У щуки чешуя грубее, и она срезается лучше. У киты вот она срезается вот так. Но получается. В чай, чтоб вот она
такая. Иногда маленько залазю в шкуру и по шкуре срезаю. Вот срезал, срезал чешую. Эту китину я готовлю солить. Я ее разрежу по кускам и кусками посолю. Зачем я снимаю чешую? Чтобы лучше просолить. Чешуя не дает соли шибко с этой стороны проникнуть. Эвенки, вот я уже говорил вам, показывал, они... Линков, например, хариузей, они чистят. И когда солят, то совсем маленько, сверху, снизу. Это я вам показывал. Поэтому я вот сейчас почищу эту китину, порежу по куски и посолю. Но мусора не получается. Мусора нет. Вот все вот эти срезанные лепесточки, вот они, вот они. Они уже здесь на столе не составляют мусора. Я их вот так беру, они все вот так вот легко забираются отсюда. Поэтому ни чешуя, ни чоку никуда не летит. Вот я вам сегодня маленько вот такой прием вместе с вами как бы попробовал отработать. Ну, конечно, можно так чистить. Можно чистить, можно и на жареху чистить, и на талу чистить. Многие на талу тоже оставляют шкуру и едят ее, когда она почищенная. Поэтому, ну, вот этот способ работы. Ну, кто хочет, конечно, могут чистить керхером, как называемым, или какими-то приспособлениями, или вилкой, или вот ножом могут чистить. А вот я попробовал, что можно и вот так. Ну, мне понравилось. Буду отрабатывать этот метод. Буду отрабатывать и думаю, он у меня со временем получится очень хорошо. Ну, а пока всем всего самого доброго. Удачи, радости, здоровья, творчества, гармонии с самим собой, с окружающим миром. Пока-пока.